привет! Вы смотрите программу Backstage, где мы рассказываем вам истории создания музыкальных клипов. Меня зовут Алиана, лучше всех. И сегодня мы поговорим о... А это старый трамвай из Алматы. Их давно уже нету в городе. Зато его смог увидеть Турар Рахимберлин на съемках клипа «Куралай». Турар недавно вышел из творческого перерыва своей карьере и решил удивить своих поклонников новой песни с новым звучанием. По поводу написания, это, кстати, наверное, одна из первых моих песен, которая не моя. Я ее не писал, я ее просто купил. Захотелось, я же 2 года еще не выпускал. Я, короче, просто пропал, и что-то у меня было какое-то такое переосмысление маленько. И что-то захотелось более какого-то такого молодежного, современного. И мне предложил один автор песню. Он с Бишкека. Вот, главный конкурентом, кстати, он является главным конкурентом Мейрбека Атабекова, по-моему, в Бишкеке, да, они вечно конкурируют. Вот. Но песня классная получилась, мне она понравилась. Я обратился к своей подруге, которая мне постоянно пишет текст на казахском языке. Это Мархаба Саби. Вот, она мне написала текст, и получилось прикольно. Ей тоже песня очень понравилась. Она даже говорит, я тебя запишу на студии, чтобы ты там спел как надо, короче, и так далее. Вот мне Мархаба даже записывала, чтобы я где надо акценты расставлял, ну, где-то как-то все четко, чтобы было. Клип Тураро помогал снять его друг, которому очень понравилась песня. У меня есть друг, режиссер, который отучился в Нью-Йоркской киноакадемии, Диас Азимжан. Он мне снял клип, мне он услышал песню, говорит, мне она понравилась, я уже вижу. Мы поехали искать локацию, нарвались на депо Evolution Park. Нам понравилась локация, мы выбрали его. Съемки проходили довольно сложно. Процесс затянулся сначала из-за локации. Съемки были реально тяжелые, мы запарились выбивать эти там, ну как бы разрешения, а там постоянно занято, то все, мы подстраивались, в общем, так и так и так, но сняли. Несколько дней снимали, потом смонтировали, посмотрели и, короче, поняли, что нам не нравится до конца. Потом было необходимо снять дополнительные сцены с актрисой. Не хватало девушки, мы эту девушку ищем, опять доснимаем, идем еще 2 дня, короче, снимаем. В общем, сняли, ну все, потом смонтировали, уже получилось хорошо. Вот мне нравится. Съемки проходили на очень интересной локации, поэтому съемочная команда увидела много интересного. Запомнилось то, как мы прощались с нашими желтыми алматинскими трамвайчиками, потому что, как нам сказали депо в Большом парке, мы последние, кто снимает здесь клип. Мы сняли «Куралай», там еще есть сцена, если видеоклип, я между трамваями желтыми стою. И нам сказали, что... А, буквально мы досняли, и уже вечером эти трамваи выгоняли оттуда, перекрашивали, и на утро они уехали в Усть-Каман. Их продали в Усть-Каман. И вот, короче, мы последние, кто их видел, кто к ним прикоснулся, кто внутри сидели, там внутри, потому что были гримеры, вся команда, все там сидела внутри, переодевались танцоры. И после этого на утро их отправили в Усть-Каман. Это было прикольно, потому что мы пришли на утро снимать другую локацию, а трамвай уезжает, короче, ну их увозят. И мы такие аж... Пока. Ну, это было прикольно. Но я не то, что я как бы не коренной алматинец, я не скучаю по трамваям нашим. Я думаю, что будет дальше вот ЛРТ, я от этого жду. Но вообще, конечно, это память для Алматы, да, я думаю. Поэтому мы как-то так аж чуть ли не всплакнули. В итоге клип очень понравился Турару. С ним он вернулся на сцену. Также он планирует еще больше песен и клипов. Съемки были очень интересные, очень прикольные. Сразу видно, что человек закончил американскую школу, и это было во всем проявлялось. И в подходе, и во съемках, в ракурсах и так далее. И когда я принес на музыкальный канал, сразу оценили. Даже по секрету скажу, что 2 канала бились за этот клип за эксклюзив. С этим клипом я решил такой немножко вернуться.
на эстраду, и уже мы готовим следующий клип, он будет на медленную песню, я думаю, что он будет вообще бомба, уже песня классная. А теперь давайте посмотрим клип Турара Рахимбердина на песню «Куралай». Жанып торадай, сенсіз жаншы.
Алексеевич рассказывает вам истории создания самых лучших клипов. Узнавайте и любите казахстанскую музыку и обязательно создавайте свою. С вами была я, Аляна, лучше всех. Всем пока!